Ты хотел уже встать здесь. Thank you.
когда мы читаем божественную литургию, Евхаристию, благодарение, которое будем благодарить Господа за Его Богоявление и Рождество. Возри на нас и на этот святой дом,
Яви неистощимую милость Твою и сострадание нам и молящимся с нами, ибо Тебе подобрают вся слава, честь и поклонение от Своей Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. See you.
Господи Твоим, согласно собравшимся во имя Твое, прости преподавателей вещал. Ты же ныне прошение слухает на пользу и слову. Подай нам в нынешнем веке познание Твоей истины, а в будущем жизнь вечно даруй. Ибо Ты благой человек, любимый Бог, и мы воссылаем славу Тебе ныне и всегда. Сказал Господь Господу моему, сиди справа от меня. Поклоняться тебе, солнцу правды, и познавать.
славу Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. И в этих словах мы видим всю радость того, что происходит с этим миром, когда в него входит, когда ему открывается тайна Божия, когда рождается сам Бог, Господь наш Иисус Христос.
Мы видим, что апостол Павел говорит, что пришла, когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего. И действительно, вот не просто так произошло это рождение, не просто так рождается Господь наш Иисус Христос, а весь мир, все живое, стенало и ждало, когда произойдет то великое чудо, которое освободит этот мир от рабства, которому этот мир сам себя отдал в какое-то свое определенное время. И вот действительно мы знаем, что и народ израильский, народ Божий ожидал спасения. И говорят, что каждое утро иудеи выглядывали, и выглядывают до сих пор в окно, и смотрят, смотрели, а не пришел ли Христос. Но мы знаем также и о эллинском мире, что и там и философы, и поэты ждали, когда же произойдет это чудо. Может быть, это нельзя было описать еще такими-то словами, которыми мы описываем сейчас Рождество Христово. Сейчас христианство описываем, но все-таки люди ожидали, когда же придет в этот мир свет, потому что его так не хватало. И действительно, апостол Павел в этом коротком, таком небольшом тексте как бы нам заново свидетельствует о нашей христианской вере. Один святой человек даже сказал, что это место – это наш символ веры, который нам еще раз напоминает, какова же наша вера. Кто же мы такие, дорогие братья и сестры, в кого мы веруем? И здесь апостол Павел еще раз нам напоминает, что рождение Христа, Сына Божьего, произошло от женщины, что Он родился именно как человек, что Бог очеловечился в Сыне Своем и был рожден под законом для того, чтобы искупить тех, кто были под законом, находились в рабстве этого закона, в рабстве именно у буквы, можно сказать, закона, для того, чтобы получить усыновление. Это самая большая радость, дорогие братья и сестры, в рождении Христа, когда человечество, когда весь мир хотел бы быть усыновленным Богу Отцу, стать Сыном Богу. И как это было сделать? Это не просто взять и стать Сыном. Да был закон дан народу израильскому, и через этот закон, как посредник, можно было бы приближаться к Отцу и к тем тайнам, которые Отец открывал. Но все-таки это были отношения еще как бы не личностные, это были отношения между посредником, закон как посредник, как где-то водитель ко Христу. И вот Господь по своей любви, по своей милости человеку посылает Сына Своего, рождает Сына. Происходит вот это рождение, которое заложено было еще, как мы знаем, из Евангелия от Иоанна, еще прежде всего. Но вот здесь происходит рождение, явление Христа на свет. Опять-таки для того, чтобы Богу стать человеком, а человеку стать Богом. Это удивительная тайна, дорогие братья и сестры, Бога, человеческая тайна, Богоусыновление. Нет ничего более радостного и светлого, чем это откровение Бога о рождении Своего Сына для спасения всех нас, всего этого мира. И дальше апостол Павел говорит: а поскольку вы уже сыны, мы уже сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в наши сердца, взывающего «Авва», по-еврейски, в переводе с еврейского, это «отец». Но здесь вот два слова «Авва» и «отец», потому что апостол Павел проповедует не только иудеям, он еще и эллинам, галатам проповедует, вот, язычнику, можно сказать. И что ты уже не раб, но сын. Если ты сын, то и наследник благодаря Богу. И вот, дорогие братья и сестры, рождение Господа нашего Иисуса Христа делает нас сынами, наследниками Бога. И это огромное достояние. Дороже этого нет ничего на земле. Быть сынами Богу, наследниками Ему.
Это значит, что мы ответственны за все то, что Господь хочет открыть каждому человеку. Это значит, что мы, как апостол Павел, должны идти и проповедовать рождение Господа нашего Иисуса Христа, идти по всему миру, по нашему городу. Он больше, может быть, иногда, чем мир, вот, в каком-то смысле. Действительно, и проповедовать, нести эту светлую радость о рождении Христа. И, конечно же, нам с вами отчасти легче сейчас говорить о Рождестве, потому что есть 2000-летняя история христианской жизни, но все-таки каждый раз, подходя к этому празднику Рождества Христова, мы с вами приуготавливаемся. Есть специально пост перед этим, да, мы молимся за оглашаемых, мы сами приуготавливаемся к тому, чтобы войти в эту тайну Рождества Христова. И что же от нас нужно, дорогие братья и сестры? Вот, чтобы мы стали сынами, наследниками Господа. Чтобы мы, как сыны, могли сказать «Авва, Отец». А вот Сергий Бичев говорил, исповедник Вера говорил, новомученик, что нужно смирение и покаяние. Что вот этот вот лик младенца в нас может по-настоящему иметь этот цвет Христовой любви, Божьей любви, только тогда, когда мы смиренно и с покаянием подходим к этому празднику. Когда действительно мы не просто сыны Богу, наверное, этого уже недостаточно быть сыном Бога, и даже недостаточно уже сказать «Отец». А как и Бог поступает, дает кинотическую любовь, да, происходит умоление, Бог умоляет себя ради человека, отдавая сыну, зная все, что с ним произойдет потом. И для нас сейчас с вами тоже важно вот это вот умоление некоторое, некоторая особая жертвенность от нас требуется, дорогие братья и сестры, жертвенность по отношению и друг к другу, и к этому миру, к любому человеку, живущему на земле. Но особенно сейчас очень важно иметь единство друг с другом, иметь любовь друг к другу. Сын никогда не скажет ничего плохого про своего отца. Он никогда не скажет ничего плохого про своего брата. Так и мы, дорогие братья и сестры, в открывающейся тайне рождения Христа, сегодня по-новому можем посмотреть и жить по-новому по отношению друг к другу, к собранию народа Божьего, ко всему тому, что приобщено к Христу и к Богу. Особенно действительно сейчас важны отношения любви друг к другу. Нужно все изменить в себе, то, что заслоняет, затемняет младенца, рожденного в нас. Еще есть те места, которые не совсем освещают этот праздник. Но сейчас, вот сегодня, здесь и сейчас, можно сказать Господу: «Господи, я готов, чтобы этот свет пробился сквозь тучи, сквозь пятна какие-то, еще что-то, чтобы ничего в моей жизни и в жизни моих друзей, близких, братьев и сестер не заслоняло этот свет Христова рождения». И вот, дорогие братья и сестры, будем же дерзновенны, будем же по-настоящему открытыми к этому празднику, друг другу, ко всему живому в этом мире, о ком заботится так Господь, будем сейчас по-особому заботливы, по-особому внимательны к тому, что нам открывается. И будем благодарить Господа за это рождение, через которое, за рождение Иисуса Христа, через которое вот это рождение мы стали сынами Бога. И теперь мы можем сказать: «Отец, брат, сестра», уже по-новому, в свете, который никто никогда не сможет заглушить, если мы любим Бога и любим брата своего. Аминь. Аминь. Мир тебе, благовествующий, и Духу твоему. Thank you.
сердца наших, человеколюбивый Владыка, глубоко познание чистой силы, и духовные очи наши открой для разумения в евангельской проповеди. Блажи в нас от страх пред Богом Твоими заповедями, дабы одолев плотские устремления, мы провели жизнь духовную, всегда благоугодно Тебе помышляя и совершая. Ибо Ты просвещение для душ и тел наших Божие. Ибо высылаем славу Тебе, ныне и всегда, и во веки. Аллилуйя, 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 глас первый. Поведует небеса, и одели руки, го вещает ветвь. Услышав об этом, царь Ирод взволновался, и с ним весь Иерусалим. И он, собрав всех первосвященников и книжных людей, спросил у них, где должно родиться Христу. Они же отвечали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо сказано в Писании через пророка, и ты, Вифлеем, край Иуды, ничуть не меньше меж держав Иуды, ибо из тебя выйдет правитель, что будет пасти народ мой Израиль. Тогда Ирод, тайно пригласив волхвов к себе, в точности выведал у них время, в продолжении которого была видна звезда. И послал их в Вифлеем, сказав, «Ступайте и вы в точности разузнайте о младенце, и как только отыщете, известите меня, чтобы и я мог прийти поклониться ему». И они, выслушав царя, пустились в путь. И вот звезда, восхождение которой они прежде наблюдали, шла перед ними, пока не стало найти место, где было дитя. И они, увидев звезду, возрадовались великою радостью. А когда вошли они под кров, увидели дитя вместе с Марией, матерью его, и, упав, поклонились ему и открыли свои ларцы сокровищами и поднесли ему дары. Золото,
ладом и миром. И узнав из сновидения, что им не должно возвратиться к Ироду, они другим путем удалились в края свои. Слава тебе, Господи, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С праздником, дорогие братья и сестры, христиане, с Рождеством Христовым. Мы с вами сейчас читаем отрывок из Евангелия от Матфея, где подробно рассказывалось, как пришли поклониться рожденному Иисусу далекие восточные волхвы. И здесь несколько раз рожденный Христос называется младенцем, ребенком. Сегодня уже в слове после апостола Олег Алексеевич стал говорить о том, что Бог себя умаляет, смиряется. И так оно и есть. Более того, самая главная тайна сегодняшнего праздника, первая рождественская тайна в том, что спасение, радость, возрождение приходит в наш мир именно в образе ребенка, в образе маленького ребенка. Протопресвитер Александр Шмема вот об этом особенно много говорил в своих словах. Он говорит, что в нашем очень и очень взрослом мире, в котором взрослые люди уверены в своем знании, в своем опыте, решают все проблемы, получают, спорят, ссорятся и мучают друг друга. И в этом мире, посреди этой взрослости, вдруг приходит Бог не в образе царя, не в образе завоевателя, а в образе беззащитного ребенка. Взрослеть – это исчезновение детства, простого и непосредственного отношения к жизни. Отношение к жизни как к дару и как к радости. С взрослостью в жизнь входит недоверие. И что самое страшное, убежденность в том, что недоверие и подозрительность являются сильнее, чем добро. Взрослый мир, ощетинившийся недоверием и вооруженный до зубов, весь от этого пронизан страданием. Дорогие братья, поняв этот тупик, почувствуем хоть немного, хотя бы частью нашего сердца, что весь свет и всю радость извечно излучает нам тот единственный ребенок, который вот здесь, в вертепе, лежит в нищих яслях, в пещере, уже изгнанный, окруженный только самыми простыми людьми и зверями.
но на этом ребенке вся беззащитность добра, а поэтому и вся его сила. На этом ребенке вся беззащитность любви, а поэтому и вся сила любви. И если сам Бог приходит в этот мир в образе младенца, то не потому ли это, что нет спасения в себе, нет спасения в хитрости и обмане, и нет спасения во всей земной мудрости, в этой взрослости, в этом ложном могуществе? Ребенок говорит нам, что все является ложью, в чем нет любви, в чем нет доверия, в чем нет того благоволения, о котором сегодня поют ангелы. Поэтому, дорогие братья и сестры, Рождество в нас должно начаться в возрождении этой детскости, в возрождении способности снова удивиться, снова обрадоваться и снова поверить. Это победа над недоверием. Это принятие жизни снова как радости и доверия. И только возродив в себе неумирающего ребенка, возродив его в своем сердце, сможем мы понять, сможем услышать, что совершилось тогда, в ту ночь, в той пещере. И что совершается ныне? Христос рождается. Слава тебе. Аминь. Возгласим мы все от всего помышления, от всего нашего сердца воздаем. Господи, помилуй. Господь, содержите. Бог отцов наших молит тебя. Услышь и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, помилуй милости Твоей. Молим Тебя, услышь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о великом Господине и отцы наших, святейших патриархи Кирилле, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Саве, обо всех во Христе предстоящих братьях наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о богохранимой стране нашей России, обо всем народе и властях ее, дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь, во всем благочестиво и достойно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о братьях наших священников, священноиноков, обо всем во Христе братстве наших, братьях и сестрах, тверских православных братств, обо всем Преображенском Содружестве, обо всех потрудившихся в восстановлении и благоукрашении этого храма, обо всех здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о блаженных и всегда поминаемых святейших патриархах православных и о Создателе Святого Дома сего, и о прежде почивших отцах и братьях и сестрах наших, о чадах Божиих, обо всех здесь и повсюду лежащих христианах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении,
посещение, прощение и отпущение грехов, чад Божий, всех труждающихся в этой больнице и выздоравливающих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Здесь можно добавить свое прошение или благодарение, кто желает. У кого есть на душе? Еще молится о наших церковных родных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы можем сказать для тех, кто не смог прийти к сочинению творителя сюда, на этот праздник, на торжество Твоего Господи. Помоги ему прийти дальним святым. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще мы благодарим Тебя, Господи, за возможность молиться на понятном языке. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Еще мы молимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для святого и сонастойного храма сего, не утруждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великой и неистощимой милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, прими от усердной молитвы от служителей Твоих и помилуй нас по множеству милости Твоей, яви сострадание Твое к нам и ко всему народу Твоему, ожидающему от Тебя неистощимой милости. Ибо Ты милостивый человек, любимый Бог, и мы воссылаем славу Тебе ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Послушаем теперь рождественское послание митрополита Савва. Рождественское послание митрополита Тверского и Кажеского Савва, духовенству монашеству, еще один рядом с Твоей парой. Возлюбленные, поглюбивые иноки и иноки, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю со святым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он, как младенец, возлежал в яслях, и звездой был указан на творение звезд, святитель Иоанн Златоуст. В эту светозарную ночь мы встречаем Рождество Христово, поистине самый семейный праздник в истории Церкви. Дева Богородица стала матерью, Иосиф плотник на склоне своих мудрых лет подобился испытать отеческие чувства и заботы, связанные с рождением младенца. Мудрецы и звездочеты, будто дальние родственники, следовали день и ночь на звезду через огромные просторы пустыни, чтобы засвидетельствовать почтение и встречи с благодарным Богом младенцем, который, как солнце, не показавшее еще лучей, издали озаряет светом большую часть вселенной. Так и Христос восходил из девичества и трона, прежде нежели явился и светил всю вселенную. Значение этой ночи, осиявшей вселенную, многие из нас подчас не могут полноценно и правильно оценить. А ведь это уникальное чудо рождения Бога, которого вселенная объяснить не может. И поэтому человеческий ум взирает на это событие с величайшим изумлением. Нетварное и вечное облачается в тварное и небесное. Без этого судьбоносного для всего человечества события вся дальнейшая его история лишается своей истинной ценности. Ведь развитие цивилизации вне Бога ведет к полному их краху, бесчисленным войнам и неизбежному уничтожению всего живого. Жизнь без Христа пуста, ибо только с Ним мы можем обрести надежду на жизнь вечную и неизменной любви Отца нашего Небесного. Так, по слову святителя Иоанна Златоуста, мы молитвенно приобщаемся к осознанию удивительного значения этого праздника. Через него уничтожена продолжительная вражда и долгая война наступил мир, давно ожидаемый ангелами и праведными людьми. Через него воздвигнуто знание имени Христа, блестящее и славное добыча Христов, начаток природы нашей, доспехи царя нашего, Бога на земле, человека на небе. Ангелы служат людям, людям в общении с ангелами и прочими другими силами.
Природа, в которой Херувима Григорий Рай соединилась сегодня с Богом. Слыша это, оставь меня. Из года в год каждый из нас всегда особым образом готовится к рождественскому сочельнику. Стараясь заблаговременно разрушить, разрешить рабочие дела, разобраться с домашним хлопком и освободившись от всей мирской суеты вместе с родными и близкими, встретить самое важное и доброе в истории человечества событие – рождение младенца, Сына Божьего. Именно надежда человечества на спасение рождается сегодня в лице Господа нашего Иисуса Христа. От лица Тверской митрополии Русской Православной Церкви молитвенно желаю, чтобы сердце каждого сегодня исполнилось в соответствии с сугубыми нуждами, любовью, добротой и милосердием, светом и покоем, умиротворением и чувством особой заботы о ближнем, чтобы в самый важный час мы смогли вместе встретить Христа, явившегося к нам со своим спасением. Пусть наступивший 2020 год будет миром и благословенным для нашей церкви, Отечества и всех нас. Ставлю митрополит Тверской и Кашинской Рождество Христово 2020 год. Оглашаемые приступите. Оглашаемые, помолитесь Господу. Верные, оглашаемых помолимся, да Господь помиловал их. Господи, помилуй. Огласилось слово истины. Господи, помилуй. Открыл им Евангелие правды. Господи, помилуй. Соединилась со Святой Своей Вселенской Собором и Апостольской Церковью. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, поддержи и сохрани, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Решаемые главы Ваши пред Господом преклоните. Господи Боже наш, в вышине обитающий и надолу взирающий, Ты ради спасения рода человеческого послал единородного Сына Твоего и Бога, Господу нашего Иисуса Христа. Возри же на рабов Твоих оглашаемых, склонивших пред Тобой главы свои. И удостой их во время благоприятной купели возрождения, прощения грехов и одежды литрения. Соедини со Святой Своей Вселенской Соборной и Апостольской Церковью и сопричисли их к избранному Твоему стаду, дабы они славили с нами вседостойное и прекрасное имя Твое ныне и всегда и во веки веков. Оглашаемые, изыдите, все оглашаемые, изыдите. Святого Твоего Духа, неосужденно и вдохновенно,
чистой совести нашей, во всякое время и на всяком месте призывать Тебя, дабы Ты, внимая нам, был милостив к нам, да великой Твоей благости, и на себе подобрай со славой, честью, поклонение, ныне и всегда, и во веки веков. Снова и снова в мире Господу помолимся, премудрость. Вновь мы всегда преподаем Тебе, благой человек, любимый, и просим Тебя, дабы Ты возрев на моление наше, очистил наши души и тела от всякой смерти по всей душе. И дал нам неповинные освящения предстояния пред Твоим святым жертвенником. Дороже Божие, всеморящимся с нами, преуспевание в жизни и вере, и разумение духовном. Дай им всегда со страхом и любовью служать Тебе, и победы не осуждены причащаться святым Твоим таинством, и Твоего небесного царства удостоимся. Дабы мы под Твоей властью всегда хранимы, высылали славу Тебе ныне и всегда, и во веки веков. Thank you.
святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего славу, митрополита Тверского и Кашинского, да воспомнит Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и во веки веков. Преосвященный митрополит, архиепископ и епископы, честное пресвитерство, во Христе дьяконство, монашеский чин, всякие притчи церковные, богохранимую страну нашу Россию, правительством, христолюбивое воинство, весь народ и я, братьев и сестер этого храма, братьев и сестер тверских православных братств и всего преображенского содружества, всех потрудившихся в восстановлении и благоукрашении этого храма во главе с Кариной Ксенией, всех труждающихся, поющих здесь, предстоящих, всех работающих в этой больнице и выздоравливающих. Вас и всех христиан да воспомнит Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и во веки веков. И во веки веков.
любим друг друга, будем приветствовать друг друга целованием святым. Please.
Всегда и везде.
молим и умоляем Тебя, низложи Святого Твоего Духа на нас и творите предлежащие дары, и соделай над хлеб святым телом Христа Твоего. Аминь. А что в чаше всей святой кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив Духа Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Да благодаря не причащающимся для трезвения души и прощения грехов, для общения Святого Твоего Духа и достижения полноты Царства Небесного, для терзновения пред Тобой, а не в суде и в осуждении. Еще мы приносим Тебе за духовное служение, за вере почивших правцу, отцов, патриархов, пророков, апостолов и проповедников, благовестников, мучеников, исповедников, подвижников и за духи всех праведников, вере достигших. И особенно за все святую, непорочную, преблагословенную, славную молитву нашу Богородицу и вечно Деву Марию. Воспомни, Господи, всех потрудившихся,
трудившихся в восстановлении и благоукрашении этого храма, во благословении всеми, всех работающих в этом учреждении и выздоравливающих. Восполни, Господи, приносящих пожертвования и делающих доброе для святых твоих церквей и заботящихся о бедных. Твои на всех нас не сошли. И дай нам едиными устами и на сердце прославлять и воспевать достойное и прекрасное имя Твое ныне и всегда и во веки. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. Всех святых воспомяну, снова и снова в мире, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святой Преосвященный Святый Дара, Господу помолимся. Господи, помилуй. Освети, сохрани, укрепи, утверди, от всякого злого дела отврати и со всяким добрым делом сочетай. И удостой их неосужденно причаститься этим непорочным и животворящим Твоим таинством для прощения грехов и общения Святого Духа. По милости и сострадании человеколюбия Единородного Твоего Сына, с которым Ты благословен вместе со святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Святым.
кресте перед причастием святых Христовых таинств. Верую, Господи, исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешников спасти, первый из которых я. Еще верую, что вот это непорочное тело Твое, а вот это драгоценная кровь Твоя. Молю же Тебя, помилуй меня и прости мне вольные и невольные согрешения мои, соделанные словом или делом, ведение или неведение, и удостой меня неосужденно причаститься Твоим непорочным таинством для прощения грехов и жизни вечной. Аминь. Радуйся таинственной Твоей, о Сын Божий, причастником меня и ныне прими. Ибо я врагам Твоим тайны Твоей не выдам, и не дам Тебе того же целования, что и Иуда, но как разбойник исповедую Тебя, вспомни обо мне, Господи, во Царстве Своем, и очищение святым Твоим таинством, Господи, да будет ныне суд и не в осуждение, но для исцеления души и тела. Аминь. Со страхом Божиим и верою в Христу верю. Слава Господи, живущий во имя Господне, но Господь и Россия, избавление Господь, Господь живет лучше своих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Thank you.
Пусти,
Oh.
Yeah.
станем благоговейно, причастившись божественным, святым, непорочным, бессмертным, небесным и животворящим страшным Христовым таинством, достойно возблагодарим Господа. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, человеколюбивый Владыка, благодетель душ наших, ибо и в нынешний день Ты удостоил нас Твоих небесных таинств, небесных и бессмертных таинств. Соделай же прямым путь наш, укрепи всем во страхе Твоем, охрани нашу жизнь, утверди стопы наши по молитвам и молениям славной Богородицы, вечной Девы Марии и всех святых Твоих. Ибо Ты освящение наше, и превосходная слава Тебе, ныне и всегда, и во веки. И освящающий на Тебя полагающихся, спаси народ Твой и благослови наследие Твое. В полноте Церковь Твою сохрани, во святелюбящую красоту Дома Твоего, и в ответ прослави своей божественной силой, и не оставь нас, надеющихся на Тебя. Даруй мир и миру Твоему, Церквам Твоим, священству, правителю нашим и всему народу Твоему. Ибо всякое деяние доброе, всякий дар совершенно исходит свыше от Тебя, Отца Света. Ибо воссияет славу и благодарение и поклонение Тебе ныне и всегда, и во веки веков. Как полнота заполнила пророка в кресте Божий наш, Ты исполнил весь промысел Отчий, наполни же радостью и весельем сердца наши, ныне и всегда, и во веки веков. Святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, святителя Николая, архиепископа Императрица, чудотворца, святых и праведных праотец Иакима, Иоанна и все святые, да помилуют
и спасет нас по своей благости и человека любию. Велико, Господин, Отца нашего и мира, святейшего века Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Саву, митрополита Пескова и Кашинского и Милославейской пустыни священных Кинокрита, Бога хранимая землю нашу российскую, настоятеля братьев и сестер святого Кавочего и всех православных христиан. Господи, сохрани нам Бога лето. С праздником, дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым! Христос рождается! Слава всем! Благодарим Господа за этот воистину светлый и радостный праздник. Сегодня особенно вот эти слова радости, когда я их слышал, видел в молитвах, особенно как-то хотелось их подчеркнуть. Радость от этой тишины, от этого смирения, с которым пришел Бог в этот мир. Он не захотел идти путем, которым идет этот мир, путем силы, принуждения, путем авторитета, а пришел через путь любви, путь милости, веры. И в этот день особенно это чувствуется, и особенно к этому в этот день хочется приобщиться. Хочется стать апостолами этого света, света Христовой любви. Эта любовь с первого взгляда, она очень уязвима, очень немощна, но и от этого она более любима и более непобедима. Уже с этих яслей и с этой пещеры начинается не только Рождество, но и сам крестный путь Спасителя. И поэтому недаром, когда сейчас люди поздравляют друг друга такими небольшими картинками через телефон, там появилась такая картинка, изображение рождественского венка и тернового венца. И написано, что первое оно связано со вторым и является продолжением. И, конечно, хочется в этот день за это благодарить Бога, благодарить за Его Церковь, благодарить за то, что Он нас здесь собрал в этот день, что мы смогли причаститься Его таинству. За это благодарение и братотворение хочется поблагодарить. И, конечно, как уже вот в эти преддверии праздников мы часто говорили о том, что наше сердце должно отражать это Рождество, это Богоявление, для того, чтобы каждый человек увидел, что совершилось Богоявление. Когда мы пойдем в наши дома и будем общаться с близкими, со всеми людьми, они должны видеть, как видели эти простые пастухи, это чудо. На нас лежит такая ответственность. Не потому, что Бог нас какими-то законами и заповедями оградил, а потому, что Он нас избрал, и потому, что Он нас возлюбил, и потому, что Он не хочет быть без нас, не хочет, чтобы история творилась без человека, без каждого из нас. Вот сегодня у нас в этот день, в этот праздник и такое вот историческое событие. А Карина Александровна здесь? Вот.
конце прошлого года вы вспоминали 120 лет освящения этого храма. Вот. И Господь так вот все по своему человеколюбию устроил, что была обнаружена, вот, и была явлена икона Николая, святителя Николая Чудотворца, вот это вот в Нитре. Просто в народе она называется Никола Зимний. И около нее предстоят, около него предстоят святая равноапостольная Мария Магдалина и святая великомученица Параскева. Вот. Эта икона была написана вот, по поручению строителей. По усердию и желанию вот, Елизаветы Ивановны Абаевой, которую мы вспоминаем каждую службу как строительница этого храма. Вот. И вот она после реставрации в таком хорошем киоте и заняла почетное место в храме. Подойдите, вот, сердечно вам вас благодарим. Христос рождается. Вот. Вот, видите... Икона, извините, икона 1887 года. Это написано на шатной иконе, вот там в правом углу, если вы будете посмотрите, 19 дня февраля 1887 года. Храм наш строила Елизавета Ивановна в 1899 году. Но поскольку, как если я правильно понимаю, все три лика, они во здравии, и Николай Зимний, и Параскева Пятница, и Мария Магдалина, то и поскольку на ней есть посвящение Елизаветы Ивановны, мы предполагаем, это еще предстоит изучить, это случилось только 4 декабря, времени прошло еще мало, не успели изучить более подробно, но я предполагаю, что икона была в молебной комнате в Аваевской больнице до момента строения храма. А уже в 1899 году, вероятнее всего, она перешла в личную церковь. И чудо в том, что на протяжении 18 лет, с 2001 года, когда мы узнали о том, что в больнице была церковь, а узнали мы это тоже в Рождественскую неделю, 10 января. Вот чудеса, это все эти годы, они просто предвосхищают каждый шаг. И это чудо тоже совершенно неожиданно. И мы все эти годы искали хоть что-нибудь во всех окрестных домах, мы нашли потомков, у потомков. И никогда, ни разу нам не удавалось найти ни подсвечничка, ни иконы, ни иголочки, ничего из того, что могло бы быть в этом храме. Это, конечно, тоже предположение, что икона была в храме, но, вероятно, всего это так и было. Поэтому, Андрею, спасибо отцу Роману моему, который мне позвонил и сказал, что, знаете, вот у реставратора есть такая икона, на ней вот такие слова написаны, может быть, вам будет это интересно. Вот она вернулась в дом. Да. Киот этот нам подарил в свое время владыка Адриан, когда он служил здесь в нашей церкви. И он ждал, видимо, ждал этой иконы. Спасибо вам всем за чудесную службу. Я сегодня просто душой согрела. Сколько вообще причастников, сколько счастливых лиц, я там стоял, сам в этом счастье варился. Правда, это правда. В федеральном храме меньше. А дети, сколько детей, и какие они все благости, потому что удалось. Спасибо. Давайте мы все вместе сейчас пропоем тропарь Рождеству, потом пропоем тропарь святителю Николаю Чудотворцу, он старше на этой иконе, и окропим икону и всех нас, освященной водой, чтобы Господь нас через и вот это действие
нас соединил в одну общую семью. Вот. И эти святые, которые на этой иконе тоже стоят в такой тишине. Мы говорили, что этот праздник очень тихий и светлый. Вот они так стоят очень скромно, вот молитвенно. А ведь если вспомнить жизнь этих людей, да, она была очень трудной. Николай Чудотворец, если посмотреть его жизнеописание, житие, то первые 20 страниц – это когда он был жив, а 800 страниц – это его хождение после смерти. Он не мог оставить этот мир и постоянно возвращался, чтобы помогать людям в их нужде. И поэтому во многих странах, да, вот Санта-Клаус, образ Николая Чудотворца, который в красных одеждах епископских до сих пор дарит подарки. Мария Магдалина, мы знаем, конечно, это та, кто не оставила Спасителя в самый трудный момент его жизни, великомученица Параскева, которая явила в своей жизни исповедничество. Вот. Ее кровью возрастала церковь. Давайте тропарь Рождества, потом тропарь Николая Чудотворца на четвертый глаз. Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом познания, и потока звездам служащие звездою были научены поклоняться Тебе, солнцу правды, и познавать Тебя за свыше. Господи, слава Тебе! Катехизатор и миссионер. Вот. Виктору. Виктор. Владимир Николаевич. Он как Дед Мороз пошел за конфетами. А мы хотим вас, вот, вы катехизатор, миссионер, были председателем самого большого Преображенского братства. Вы до сих пор мой поручитель на оглашение, и хотелось бы вас особенно отметить. Вот, ваше смирение. Вот вы даже похожи на Николая Чудотворца. А когда говорит проповеди, когда он проповеди говорит в этом храме, они всегда такие особенно возвышенные и глубокие. Не всем это нравится. Ну, вот там вот такой вот очень много богословия
Иоанна Богослова, такой вот всегда очень высокой, связанной всегда со Христом, христоцентричностью, всегда вот такими. И хотелось бы вас отметить наградой, вот, да, наградой, память Святой Матери Марии Скопцовой, которую мы особенно почитаем, и которая, как надеемся, скоро придет в Россию через вот западную архиепископию, вот, потому что много священников вошло сейчас в Русскую Православную Церковь, которые ее почитают. И даже Свято-Сергиевский институт в Париже, где я учусь, я поступил в Константинополь, а он теперь оказался в Русской Православной Церкви. И вот мы надеемся, что Матерь Мария Скопцова, вот, да, вот, и вы будете достойно, и вам это ваше благословение за труды, и за вашу любовь. Крест Матери Марии, удостоверение здесь, аксиос, аксиос, достоин, достоин. Знаете, братья и сестры, как говорил отец Вячеслав, что 8 страниц только пришли святителя Николая, а все 800 после смерти. А вы представляете, что будет после нашей смерти еще? Если мы так будем друг другу помогать и ходить, никакой мир сей не сможет одолеть нашей братской любви. Служить можно и действительно жить в церкви только тогда, когда есть на кого опереться. Конечно, в первую очередь, такой опорой для нас является сам Христос. Вот. Сегодня, когда проповедовали, говорили, спасение, спасение. Я говорю, ну в чем спасение? Ну что это? Это, вы понимаете, один считает спасение в одном, другой считает спасение в другом. Господь, конечно, к нам милостив, Он все время благословляет нас, как сегодня, скажем так, можно сказать, ангел-хранитель этого храма, Карина Александровна, по-другому как сказать. Ну вот видите, еще и через нее Господь нам икону привел. Я говорю, в чем спасение? Только лишь в одном. Мы вчера размышляли у себя, вообще не пришли к выводу, я думаю, со мной согласились все. Только лишь в том, что Христос, придя в этот мир, совершенно беспомощным младенцем открывает для каждого человека абсолютно новую жизнь. И эта новая жизнь заключается еще в том, что мы можем быть причастны вечности. Спасение в том, что нам открыт этот шаг в вечность. Только через Христа. По дару Святого Духа. А одному этот шаг, оказывается, сделать очень сложно. Очень сложно. А поэтому Господь и говорит, соберитесь, где двое или трое, там и я буду посреди вас. И через это я вам дарую это спасение и вот этот шаг. И слава Богу, что Господь нас собрал, что Господь нам дарует эту возможность и благословляет на дальнейшие такие шаги. Поэтому веселыми ногами, медленной поступью, а может кто-то быстрее, кто как может, в настоящее время не все быстро уже умеют ходить. Ну что сделаешь? Будем праздновать этот удивительный день в нашей жизни. Что, некоторые уже летают? Полетать. Высоко взлетишь, больно падать. И тоже. Понимаете? Вот. А здесь есть травматология? Здесь же нет травматологии. Ну а что ты тогда будет? Попробуйте. А, через дорогу, чтобы не снимать. Вот. Поэтому, нет, веселыми ногами будем праздновать сегодня этот день и благодарить Господа за этот удивительный дар. За то, что у нас есть общение друг с другом, за то, что у нас есть общение со Христом, за то, что есть тот храм, где мы можем вместе вознести эту благодарственную молитву, за то, что Господь нам такие дары приносит. Понимаете? Что? Несомненно.
Господь всегда действует через человека. Всегда найдется тот, кто открывает свое сердце для Господа. Будем за это Бога благодарить. Спасибо всем, братья и сестры. У нас тут есть конфеты. Вам всем день рождения. Вот. Олег Алексеевич, наш проповедник, хочет сказать. Председатель Спасского братства. Олег Александр, мы хотели вас поздравить от лица всех братьев и сестер, которые сегодня были на служении, тех даже, кого сегодня не было, но кто постоянно, вот регулярно здесь молится, на других, на вечерних, утренних. Мы хотели вас очень поблагодарить за вашу такую заботу, как Владимир Николаевич сегодня немножко сказал, отец Вячеслав. Многие вас видели, но, во всяком случае, даже кто не видел, я знаю, что и отец Вячеслав, и Владимир Ильич Лавренов о вас говорят, мы все, кто вас знает, самые-самые добрые слова. У вас вот соединилось несколько таких качеств, очень важных. Это вера христианская, вы такой меценат, добрый человек, вы врач. Я знаю, что вы очень хорошая мама, знаю вашу дочь, в всяком случае, училась с ней когда-то на параллельных курсах. Вот. И вы прекрасный человек, который ничего не жалеет ради того, чтобы действительно община, вот здесь братство собиралось, церковь собиралась. И как-то вот вы нашли вот этот союз с отцом Вячеславом. И мне кажется, это очень здорово, потому что отец Вячеслав человек добрый, очень любит болящих, а вы... директор, главный врач этого Аваевского центра. И дай Бог вам здоровья, многие лета, сил, чтобы Господь всегда был вашим сердцем, и вы тоже всегда могли уповать на него в самые трудные моменты, молиться, чтобы ваше сердце всегда тоже было наполнено благодарностью и радостью. Это вот открытка такая замечательная от всех наших братьев. Ну, вы потом считаете поздравления. Спасибо вам большое, я слушаю вас всех. Поздравляю. Если будет, давайте мы воспоем многолетие от имени Церкви. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Подай, Господи, чадам Твоим, всем потрудившимся в восстановлении и благоукрашении этого храма во главе с Кариной Ксенией, именинником нашим, юбилеем Владимиру Николаевичу, Виктору и всем здесь собравшимся, и всем христианам, да сохранит Господь на многое лето! Благословение.